Бхагавате Васудевая. Единственным путем победы следует выразить все почтение личности Бога Нараяны. Наранараяне Риши, лучшему из людей, матери Сарасвати, богини ученности, Шильви Садеви, Ахтри. Нашта праешва бадришу, нашта праешва бадришу, нитям Бхагаватам севаям, нитям Бхагаватам севаям, Бхагавати Уттама Шлоке, Бхагавати Уттама Шлоке, Бхактир Бхавати Найштыки, Бхактир Бхавати Найштыки. Благодаря регулярному посещению лекций по Шримад Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью разрушается. И тогда любовное преданное служение Верховному Господу, воспетому в возвышенных стихах, становится необратимым. Мы читаем Шримад Бхагаватам. Меня попросили поговорить о сотрудничестве между преданными, взаимоотношениях между младшим и старшим. Вставление Ришабхадевы, глава 5, 10-5, глава 5, текст 26. Сарвани маддишния тая бавадбиш, чарани бутани сута трувани, сампа витавьяни паде падево, викта дрибистат ухаранамме. Итак, дорогие мои сыновья, не питайте злобы никому из живых существ, будь то движущиеся или неподвижных. Знайте, что я пребываю в каждом из них, и всегда выражайте им почтение. Тем самым вы будете выражать почтение мне, говорит Господь. Комментарий. В этом стихе слово «вивиктадриби» указывает на того, в ком нет ни капли злобы на других живых существ. Каждое живое существо – это обитель Бога, Верховной Личности, в образе Параматмы. Это подтверждается в Брахма-самхите – Андан Тараста Параману Чаян Тарастам. Господь присутствует в материальной вселенной в образе Гарпа-дакашая Вишну и Кшира-дакашая Вишну. Он также находится в каждом атоме. Веды гласят «Ишаваси Мидам Сарвам». Верховный Господь пребывает повсюду, и где бы он ни был, там его храм. Увидев издалека храм Господа, мы почтительно склоняем голову, и точно так же следует выражать почтение всем живым существам. Это не имеет ничего общего с философией пантеизма, согласно которой все живые сущие есть Бог. Нет, все сущие и Бог, и не одно и то же. Однако все-таки так или иначе связано с Богом, ибо Он присутствует везде. В этом смысле мы не должны приводить различия между бедными и богатыми, как это делают глупцы, которые поклоняются Даридранарайне. Нараяна находится в сердце у богатых и у бедных. Нелепо думать, будто Нараяна присутствует только в сердце бедняков. Он везде. Поэтому тот, кто поднялся на высокую ступень преданного служения, выражает почтение всем, даже кошкам и собакам.
Видя виная сампани, брахмани гави хастини, шуничаю швакича, пандита самодаршина. Мне кажется, что мы уже хорошо воображаем хащение кошкам и собакам, правда? Да. Так уже продвинулись. Смиренный мудрец, обладающий истинным знанием, не видит различий между ученым, благовоспитанным брахманой, коровой, слоном, собакой и собакоедом. Неприкасаемым. Бхагавад-гита 5.18. Такое отношение одинаково ко всем самадаршана не подразумевает, однако, что индивидуальная душа тождественна Верховному Господу. Между ними всегда существует различие. Каждая индивидуальная душа отлична от Верховного Господа. Было бы ошибкой приравнивать обыкновенное существо, живое существо, к Верховному Господу, ссылаясь на такие выражения, как «вивикта-дрик» и «самадрик». Хотя Господь соглашается присутствовать везде и всюду, Он всегда при этом сохраняет свое особое положение. В этой связи Шрила Матхвачари приводит следующее высказывание из Падма Пураны. Вивикта дришти дживанам, дишьянтья парамешварася беда дришти. Тот, кто обладает ясным видением и свободен от злобы, сознает, что Верховный Господь отличен от живых существ, хотя и находится в каждом из них. Продолжая цитировать Падму Пурану, Матхвачари говорит: «Упападет паратманам, дживебьо я паде паде, бадей наива на чайтасмат, рио вишносту кашчана». Тот, кто понимает, что индивидуальное живое существо и Верховный Господь всегда отличны друг от друга, очень дорог Господу. Еще одна цитата из Падма Пураны. «Йо хареш чайва дживанам беда вакта харе прия». Любой, кто распространяет знание о том, что живые существа отличны от Верховного Господа, очень дорог Господу Вишну. Нама Ом Вишну Кришна Кришна Чимахи Бхакти Виданда Свами Нитинами Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шумьявади Пашвачья Деша Тарине Джай Шри Кришна Читания Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхар Шиваса Дигора Бхакта Винда. А теперь не торопимся. Харе Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе. Так здесь говорится о том, что Верховный Господь чем-то отличается от нас. Брахма, Брахма Самхити говорит, чем он отличается от нас. Намекает. Там говорится, приманджан чарита бхакти вилок чанин, санта садайва кридаеша вилока ян, ям шьяма сундара мачинти гуна сварупам, говинда мать гурушам, рамахам бачан. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который есть Шимасундра,
сам Кришна, обладающий бесчисленными, непостижимыми качествами. Чистые преданные, чьи глаза умульчены бальзамом любви в глубине своего сердца, всегда созерцают его прекрасный образ. И заканчивается созерцание. Потому что всегда на красоту хочется смотреть. Всегда, если это образ прекрасный, никогда не хочется отрывать от него взгляд. Так устроен Господь. Этим Он отличается от нас. Мы тоже любим смотреть друг на друга. Но постепенно, почему-то, мы перестаем видеть прекрасный образ друг друга. Пытаемся разобраться, в чем дело. Что за ерунда такая? Вроде бы мы возвышенные души. Почему же мы тогда ссоримся между собой? В этом заключается отличие наше от Господа. Когда преданные приходят в наше движение, и как бы сначала они видят, что все очень возвышено, песнопения духовные, как бы просад и все остальное. И они начинают, ну, по наивности душевной, немножко обожествлять преданных. Ну, как бы перестают видеть различия между нами и Господом. Чуть-чуть. И это приводит к серьезным конфликтам потом. Почему? Потому что, когда мы ждем друг от друга очень много, то тогда это вызывает шок. Но особенно, когда мы не понимаем, как надо строить отношения с преданными. Нам кажется, что все вайшнавы должны приносить мне счастье. Ну, это нормально, почему нам так кажется? Потому что нам вообще так кажется в этом мире, что все нам должно приносить счастье. Больше всего, конечно, не вайшнавы, а мой как бы муж, моя жена. Должны, обязаны просто приносить мне такое хорошее счастье. Ну как они вообще как бы не понимают, насколько я вот красивая, хорошая, как бы, и насколько я для тебя живу, тебе отдаю свою жизнь. И все скандалы как бы в семье, они происходят только по одной причине. Удивление. Причина удивления. Как ты вообще мог не принести мне счастья? Или могла? Дальше объясняется, сколько счастья мне надо в жизни, чтобы я с тобой жил или жила. Причина такого поведения заключается в том, что мы не самодостаточны. Принцип отношений друг с другом в материальном мире — это нейтральные отношения. Нейтральные означают, я беру силы от Господа и отдаю всем остальным. Будь то преданные, будь то муж или жена. То есть я беру силы от Господа и отдаю всем остальным. Это называется служение, настроение служения. Если же я хочу взаимности, то это уже не нейтральные отношения. Взаимность может возникнуть только из чувства благодарности. Конечно же, этот принцип, который я сейчас объяснил, который приводит на самом деле к этому состоянию, о котором говорит Шрила Прабхупада, Брахма-бхута прасаннатмана шочати, надканчати. То есть, как бы я всем доволен, потому что у меня в жизни есть Господь, который отличается от всех остальных тем, что Он обладает бесчисленными, непостижимыми качествами, и от Него никогда невозможно оторваться, если мы к нему прикованы. Но если мы прикованы к тому, чтобы вайшнавы научились соблюдать вайшнавский этикет по отношению ко мне,
Ну, чтобы когда-нибудь они взаимностью-то ответили. Ну, сколько можно уже тут поклоняться? Какой-то вообще должен быть выхлоп. Тогда в этом случае начинается глубокая философская беседа на тему, у кого лучше понимание философии в сознании Кришны. Причем интересно отметить, что глубокая причина таких бесед заключается в обиде. Вот преданные, ну как вы как бы не понимаете, что я здесь уже 20 лет на вас жизни гроблю. Ну и хоть какое-то почтение должно быть. И это чувство нормальное, потому что мы не Господь. Это Господь у нас там в сердце сидит, что бы мы там не захотели, все выполняет и вообще даже не дергается. Понимаете, как бы если мы решили жизнь самоубийством покончить, он тоже показывает нам путь дальше, он все принимает вообще. Что бы мы ни вытворяли в этом мире, он все совсем согласен. Представляете, Господь психанул, как бы, и перестал как бы выводить пищу из организма. Это, ну, в медицинском языке это называется запор. Ну, допустим, он как бы психанул, да пошли вы все, на это смотреть. И запор. Врачи вылечить не могут, потому что Господь же, это его энергия действует внутри организма. Врачи могут только ей помочь действовать, они не могут ее заставить. Все, Господь психанул, запор. И вот целый ятр причем. Потому что вся ятра не хочет как бы любить друг друга. Ну, сколько можно вообще как бы. И раз запор. Ничего не сделать вообще. Что это такое? А Господь психанул просто. Ну видите, такого даже мы не предполагаем, да, что такое возможно. Ну, он постоянно все терпит. Поэтому мы с ним не сравнимся. В чем заключается идея, это самое главное. Что мы-то не можем все терпеть преданно. И мы не можем в этом нейтральном настроении находиться. То есть мы выходим из этого состояния, потому что мы нуждающиеся в этом мире. Мы не атмарамы. Кто такой атмарама? Атмарама, нет, просто атмарама, это человек, который радуется атме. То есть ему так радостно, что он может с Господом строить эти вечные радостные отношения. Он себя чувствует чистым и красивым, и Господа еще красивее, чище. И он радуется этому всему, радуется. Есть два типа атмарам. Одни, они как бы радуются себе и Господу примерно одинаково, это имперсоналисты. А другие радуются сильно Господу очень, видя его качество. То есть имперсоналисты, так как они не служат Господу, они не видят его качества. Качества кого бы то ни было раскрываются только в служении. Поэтому у преданных такой принцип, что мы приходим друг к другу здесь служить. Да дайте пройти грехи эти, там и так далее. То есть Рупа Госвами, Нектарий Наставления, нам объяснил, как мы можем раскрыть качество друг друга и как мы можем обрадовать Господа. Потому что Господу нравится, когда мы видим душу друг в друге, а не материю. В этом смысл вот наше собрание здесь, преданное. И Атмарама, который понял, это об этом, это самый главный стих Шримад Бхагаватам вообще, то есть, который Атмарама Шлока, который обсуждал Господь Читания, это главный принцип, что даже если человек научился видеть себя как душу, то не служа Господу, он не сможет понять глубоко этот мир. Но те Атмарамы, которые начинают служить Господу, Атмарама Ча Мунайо Индгран Апи Урукрами Курванти, как там, Бхактира Хайту Кичу, я уже не помню. Там тот атмарама, который начал служить Господу, этот атмарама
начинает видеть качество Господа и привязывается к Нему. И он начинает уже думать только о Боге. Он становится преданным. Даже человек, который, там говорится в этом стихе, у которого нет страданий, он уже самодостаточный, у него все кока-кола в жизни, ну то есть ну, вообще никаких проблем нет, все классно. Вот, он, начиная служить Господу, привязывается к Нему и начинает думать только о Нем и становится бхактой, преданным Господу. То есть даже такой, такая личность самодостаточная не может устоять перед качествами Бога. И в этом стихе говорится, это указывает на то, что Господь – личность. А вот в этом стихе Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что Он особенная личность, не такая, как мы. Он сильно отличается от нас, и поэтому на Него можно положиться. Вот мы почему так страдаем в этом мире? Потому что мы полагаемся друг на друга. Понимаете, в этом заключается наша неопытность, незрелость. Человек должен служить преданным и терпеть их. Прекрасный образ. Вот. А на Господа надо полагаться. Это называется вера в Бога. То есть мы как бы от Него берем все счастье в своей жизни, а всем остальным отдаем и терпим друг друга. Так должно строиться общение преданным. В этом смысл. Допустим, преданные, вот, допустим, у вас философские расхождения в ятре стали очень сильными, допустим, да? Если глубоко разобраться, в чем причина заключается этого? Причина заключается в том, что не хватает любви. Потому что у нас и так философские расхождения в сердцах очень сильные у всех. Не бывает такого, чтобы все синхронизировались в своем понимании мира, а тем более тонкости духовной жизни. Старшие преданные тоже не могут синхронизироваться, это мой опыт. Вот взять любого старшего преданного, у него свои представления о том, что такое духовная жизнь. И если между старшим преданными или младшим преданными, или просто преданными начинают появляться глубокие различия, различие означает неприятие, потому что расхождение есть. Даже, допустим, если взять GBC, ИСКОН всего, там у каждого свое мнение есть. Но у них есть определенный этикет отношений. Этикет означает сильное желание служить и любить друг друга. Означает принимать мнение. Преданные, что уж говорить, то есть что нам не хватает в этом случае? Нам не хватает дадати, пратигрихьяти, гухьямактити, причхати, бухтибоджати, чайва, шатфитхим, притилакшинам. Что это такое? Приносить прады, дары и принимать, от этого я не приму, принимать дары. Он вайшнава аппаратку на меня сделал, я от него не приму дары. Гухи матхати, причхати, бухти боджа чичаева, шатвитхи притилакшана. Приносить дары, принимать дары, поверять свои мысли, было бы кому. И спрашивать о сокровенном, принимать просад. И иногда, отрываясь от просада, угощать просад. Причем, смотрите, преданные, здесь в этих вот ну, двух гранях не одинаковый процент. Если взять и, допустим, принимать дары, поверять свои мысли, как я сейчас поверяю, дальше принимать просадом, я готов сада, то есть вечно. Ну, то есть я на это вообще сразу подписываюсь, да? Что-нибудь рассказать кому-нибудь, чтобы меня накормили, и чтобы мне дарили дары. Я на это подписываюсь, преданные. Я согласен на эти принципы преданного служения сразу. Но что касается приносить дары, то здесь есть определенные у меня условия. Здесь, безусловно, преданное служение. Я согласен любую минуту как бы, на эти виды служения. А вот
приносить дары, смотря кому. Вот. Спрашивайте сокровенно, знаете, преданные, иногда такое услышишь, сокровенное, что лучше спрашивать никогда не захочешь. Ну и тем более, когда просада мало, мало просада, все голодные, то следует подумать, стоит ли угощать просадом, или может сесть и честно попринимать его. Честно, как бы, ко всем, к себе, к людям. Я же пожертвовал, а вдруг не достанется. Видите, в этом во всем есть определенная трудность. И когда мы эту трудность преодолеем, а как ее преодолевать? Вот, допустим, часто люди в семейной жизни говорят, нужна в отношениях взаимность. И они всегда означают, сначала стулья, потом деньги. Вот когда ты будешь мне служить, тогда я тоже тебе согласен. Ну, примерно так, понимаете? Взаимность это означает. Никакой взаимности тут нет. Преданные, вот в этом заключается сложность. Понимаете, сложность заключается в том, что мы всегда должны заставлять себя вот эту вторую грань осуществлять. Это очень сложно. Это называется служение. Ну, то есть нам надо учиться слушать друг друга. То есть не только, допустим, тех, кого мне нектар слушать, нектар, а вообще как бы всех преданных. Потому что это преданное служение. Вот выслушать преданного, у него там на душе накипело. Понимаете, выслушать, но это не значит, что надо к нему как относиться как к Господу. Слушать и сразу следовать этому всему. Мало ли, что там у него накипело. Может такое наговорить, что мама дорогая. Ну, то есть слушать означает любить. То есть нам надо любить друг друга, учиться, это сложно. И здесь есть одна проблема. Проблема заключается в том, что нет у меня сил этого преданного слушать. Вот это и есть проблема. Нет сил означает, не хватает Бога. Все. То есть нужно просто научиться молитве, духовной жизни настолько, чтобы на всех сил хватило преданных. И вот это называется взаимоотношение. Потому что по-другому никак не получится преданный, потому что мы отдаем себя преданным и ждем благодарности. Вот от преданных легче всего благодарность дождаться. Все преданные по природе благодарны. Не такие, как Господь благодарны. Господь намного сильнее благодарны. Но мы стремимся к этому, мы пытаемся. Ну, по крайней мере, мой опыт показывает, что преданные это самые благодарные люди. Ну, то есть, что бы им ни сделал, ну, по крайней мере, они стараются изо всех сил быть благодарны. И с преданным поэтому легче жить, гораздо легче. Но проблемы есть. Проблемы есть преданным. Смотрите, проблема заключается в том, что иногда мы свою философскую мысль, свое понимание истины ставим выше желания Господа. А в чем заключается желание Господа, самое главное, а? По отношению к нам? Вот в чем заключается его самое главное желание? Что самое главное сказал Шрила Прабхупада, что Ришабхадев сейчас сказал? Он сказал, не питайте никому злобы. Потому что когда ты доказываешь свою истину 10 раз подряд, не видя, что преданные тебя услышали, то это называется злоба. Это не называется сиддханта или дхарма, это называется злоба, потому что мы любовь ставим ниже, чем правила. Даже взять, допустим, в жизни, в любой семье эту ситуацию. Если люди правила ставят выше любви, то семья всегда разваливается. Она никогда так не сможет существовать, потому что люди гнобить друг друга начинают из-за своих взглядов на философию семьи или философию ятры. Понимаете? То есть в этом заключается очень тонкая грань. У каждого человека, конечно, есть глубокое представление о том, что такое преданное служение, особенно у старших. Но если мы ставим правила выше любви и ставим условия преданных, как я с вами, вайшнавы, буду дальше
общаться, то это означает, что веры в Бога не хватает. Потому что человек в этом мире должен быть самодостаточным, он должен понимать, что люди здесь, ну, не будут понимать все, что ты понимаешь. Здесь мы в этом плане чуть-чуть одиноки. Понимаете? Ну, не будут преданные вот осознавать так глубоко все твое постижение философской духовной жизни, которую ты имеешь. Понимаете, иногда преданные начинают это мышление распространять на все наше движение. То есть он говорит, что-то движение не алло у нас, столько недостатков. Если взять вообще все наше движение, то из кого оно состоит? Оно состоит из преданных, которые искренне хотят служить Кришне. Они следуют за Шрилой Прабхупадой. Вот это суть нашего движения духовного. Недостатки в этом движении сотканы из недостатков этого мира. Кали-юга преданные развивается. Это значит, что гомосексуалистов становится больше, педофилов становится больше, атеистов становится больше, недовольных людей этим миром становится больше, злых людей становится больше. И все эти люди приходят в наше движение. И думать о том, что наше движение имеет какое-то несовершенство, из-за того, что у нас есть вот разные такие вещи, это неправильно. Понимаете? Также некоторые преданные начинают настройки сами, влезть в настройки, понимаете? Вот, допустим, если взять, допустим, наше отношение к тому, как преданные в нашем движении старшие относились к Шри Прабхупаде. Как вы думаете, откуда может проистекать наше мнение по поводу того, как старшие преданные в нашем движении, ученики Шри Прабхупады, относились к Шри Прабхупаде? Откуда может наше мнение проистекать? А? Из их лекций. От них. Ну давайте подумаем. Ну, в книгах где писать. А самого Шрилы Прабхупады. Ну как вот, допустим, вот смотрите, допустим, ко мне приходят и говорят, вот эта твоя жена плохо к тебе относится. Мне говорят. Я говорю, точно. Это нормально? У меня у самого есть мнение, как моя жена ко мне относится. Правда ведь? И это мнение является главным. Надо спросить у Шрилы Прабхупады, он был удовлетворен своими учениками или нет? Если он был ими удовлетворен, тогда какое право моральное мы имеем считать, что это не так? Потому что сейчас многие преданные решили, что там, вплоть до того, что ученики его отравили, там Шрилу Прабхупаду, что они к ним, ну как бы, мы должны спросить у источника, у самого Шрилы Прабхупады. Как была такая лила, знаете, в Двараке собрались много-много преданных Кришны и начали обсуждать, насколько Кришна любит гопи Вриндавана и вообще как бы всех жителей Вриндавана. Знаете, какой результат этого обсуждения был? Кришна упал в обморок. От страданий, которые причинили ему, как бы, ну, там, как бы, есть такая одна преданная Господа, Падмавати ее зовут, она мать Камсы. Кришна ее в Двараку тоже взял, как бы, к себе, и она там это, инициировала эту беседу, типа, ну, как бы, Кришну там плохо кормили, там эти гопи во Вриндаване, они его выгоняли в лес маленького ребенка, еще босиком там и так далее, и заставляли его постоянно с этими в говне там с коровами, понимаете, возиться. Вот. Ну, то есть, ну, естественно, Кришна поэтому и не ездит туда, во Вриндаван, что детская травма. Детскую травму сделали, понимаете? И до того эта беседа дошла, что вот этот принцип был нарушен, надо было Кришну самого спросить, насколько ему дороги жители Вриндавана, что Кришна упал в обморок. Мы часто преданы на себя слишком много берем. То есть мы начинаем рассуждать о том, как Шрила Прабхупада
относился к своим ученикам. Вместо того, чтобы об этом рассуждать, надо почитать, что Шрила Прабхупада говорит о своих учениках, как он их любит, как он за них отдает свою жизнь, как он удовлетворен ими в конце жизни и так далее. Надо посмотреть, как фильм, как его ученики заботились о нем, когда он оставлял тело. И этот бред весь в голове, который, причина этого бреда преданной, я вам скажу, является старение тела и психики. Когда человек стареет, у него все больше и больше трудностей внутренних копится внутри. И эти трудности человек не знает, как объяснить. И он начинает становиться всем недоволен. Понимаете, это тонко, я вам как человек, который изучает эту тему, говорю, что часто люди не справляются со своей жизнью и становятся всем недовольными. Заметили, старые люди сейчас да, то есть то же самое у преданных происходит. Преданные стареют, и все типа все плохо, понимаете? В движении все плохо. И это все плохо к чему дальше приводит? К тому, что мы влазим в сами настройки отношений, саму святость, и разрушаем их. И это называется уже гуру аппаратха. Это не просто вайшнава аппаратха, это оскорбление, плевок в самого Шрилу Прабхупаду. Точно так же, как Двараки, они неосознанно оскорбили Кришну. И поэтому он даже как бы ушел от них, он потерял сознание, и они не могли его привести в сознание. А когда он пришел в сознание, он вообще их всех не заметил. И говорит, Баларам, ты знаешь, Баларам, мне такой сон приснился, что я в какой-то дурацкой Двараке живу. А все слушают. Мы вообще с тобой как бы во Вриндаване же, правда? Мы не боимся Шрилу Прабхупаду потерять? Преданные, не слушайте этих преданных, хороших преданных, но немножко, которые не справились со своей судьбой. Когда преданные приходят в общество преданных и начинают, у нас в движении все плохо, они оскорбляют самого Шрилу Прабхупаду, самого Кришну и саму духовную жизнь. Понимаете, поэтому злоба – это признак атеизма. Это не признак того, что ты реально правильно занимаешься духовной практикой. Потому что преданные, даже для того, чтобы сохранить свою семью, ты должен принять свою жену со всеми ее потрохами сначала. Ты хочешь ее поменять? Хорошо. Прими ее сначала. Это называется доброта. Что такое доброта? Это когда ты человека принимаешь таким, какой он есть. И только после этого он будет под влиянием твоего приятия меняться. Потому что когда ты человека принимаешь, он расслабляется. Расслабившись, ты ему по-доброму что-то сказал, а разум в расслабленном состоянии всегда принимает истину. Истину можно принять только, когда тебе с любовью ее говорят. Ты принял сначала свою жену, а потом по-доброму ей говоришь разные вещи. И она меняет свое восприятие мира, начинает все делать как надо. Так же к мужу надо относиться. Это я просто про семейную жизнь. Но преданные, у нас же не семейная жизнь здесь. У нас с вами духовная жизнь. Это означает, что эти стандарты принятия в обществе преданных должны быть гораздо выше, чем в семье. Мы априори должны научиться любить друг друга, означает терпеть все прибабахи. И если ты старший преданный, в чем заключается квалификация старшего преданного? Младший преданный пришел вынести мозги. Старший преданный его принял, по-доброму к нему отнесся, угостил его просадом, и у того что-то в мозгах поменялось. Вот так можно жить. Но если мы на основании каких-то принципов, правил, начинаем, старшие преданные начинают выносить мозги друг другу, и не могут договориться с друг другом, еще раз повторяю, договориться не означает полностью синхронизироваться во взглядах. Это просто невозможно. Потому что этого нет даже в духовном мире. Чтоб преданные вы знали, у гопи в духовном мире есть разные кланы. И они абсолютно по-разному считают, как надо любить Кришне и служить Ему. И в чем заключается разница между духовным миром и материальным? Разница заключается в том, что там преданные хоть и имеют свое индивидуальное отношение к Кришне, они уважают индивидуальное отношение другого. Допустим, на одной планете вайшнавы уважают
поклонение на другой планете. Уважение — это не просто так, понимаете? Если вайшнав прилетел, допустим, на другую планету, там, допустим, на планету Рамачандры Господа, ну, а он с Галоки, допустим, да, преданный, он реально будет поражен тем, как преданный служит Богу. Ну, то есть, взгляды других преданных — это не просто нейтральное отношение к ним, типа, ну, ладно, там, это очень возвышенное отношение. Понимаете, различия не указывают на то, что мы должны враждовать. Причина вражды — это атеизм, нехватка самодостаточности в сердце. Когда человек верит в Бога, у него сердце наполняется счастьем. Это самое первое, понимаете? То есть, это самая первая стадия преданного служения, называется прасаннатма, то есть удовлетворенная душа. Если душа не удовлетворена, она в злобе доказывает свою правоту, значит, в этой душе есть капелька атеизма. В ней не хватает бхакти, понимаете? Потому что бхакти означает всех терпеть, принимать. И это становится, и после этого человек меняется. Так произошло с Живой Госвами, понимаете? Его духовный учитель Рупу Госвами какой-то пришел там, Диквиджай, там, типа, давай я с тобой поспорю. Рупа Госвами говорит, да я проиграл, все, ты умный, я дурак. Подписал бумагу. Потом Рупа Госвами говорит, ты как истину хочешь узнать? Истина заключается в том, что мой духовный учитель лучше тебя знает шастры. Тот говорит, так он бумагу подписал. Это не имеет никакого значения. Потому что он очень смиренная душа. Он говорит, хорошо, этот Диквиджай говорит, как ты мне докажешь, что это так? Ну, очень просто. У духовного учителя больше знаний, чем у ученика. Если ты поспоришь со мной, я готов с тобой поспорить, и выиграешь меня, то тогда, значит, мой духовный учитель знает меньше тебя. А если нет, то больше. И намного. Джива Госвами его расплющил по стеклу. Своим смирением, понимаете, своей добротой. Потому что вот даже да, вот преданные, когда люди спорят на философские темы, понимаете, раньше ведь не так спорили, как мы. Когда люди ругаются на философские темы, они никогда не смогут доказать ничего друг другу. Чтобы доказать, для этого надо объяснять с любовью. Вот если вы помните, допустим, вот эту передачу там к барьеру, где Мадан Махан Прабу показал пример вайшнавского этикета. Он с любовью объяснял своему оппоненту, хотя тот просто его поносил и оскорблял постоянно. Он показал, как вообще вайшнав должен себя вести. Он с любовью все объяснял, и представляете, даже этот человек почувствовал, что он проиграл. Все жюри были за Мадан Махана, хотя была установка изначально, что надо сделать так, чтобы победили православные. Это между нами девочками, понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что когда преданные показывают вот эту безукоризненность вайшнавского этикета, а что такое вайшнавский этикет? Он основан не на том, чтобы ванчикалпироваться на каждом шагу. Он основан на любви. Я могу не любить никого и так. Ванчукалпа, 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 пошли все нафиг. И пошел своим делом заниматься. Понимаете, вайшнавский этикет основан на любви. И в чем глубокая причина этой любви? Об этом говорит Шрила Прабхупада здесь в стихе. Он говорит, глубокая причина этой любви заключается в том, что Господь, сам Господь, мой любимый Господь, который как бы мы в сердце всегда, садап, всегда созерцаем его прекрасный образ, этот Господь любит эту дживу. Мой Господь, мой Господин любит эту дживу. Живет его сердце, выполняет ее все желания. Какое основание у меня есть ее не любить? Шрила Прабхупада привел пример собак, кошек, не актуальный в наше время. Потому что там в Индии, понимаете, собаки, кошки, это как бы вообще такие низкие живые существа. Рядом никто даже с ними не встанет. Сейчас собаки, кошки, это самые лучшие живые существа. Посмотрите, люди поклоняются собакам и кошкам, они у них на пьедестале почета, они их фотографируют везде. Возьмите любые соцсети, там кошки и собаки везде такие. Красивые такие вообще, прекрасные. Сада, прекрасный образ. Понимаете, кошки и собаки.
преданные. Все очень просто. Кришна хочет, чтобы мы любили друг друга. Он не хочет, чтобы мы такие крутые философы были. Мы все равно Дживы Госвами не станем, поверьте. Дживы Госвами, он наизусть знал все священные писания. Ну куда нам до него? Мы не сможем быть таким крутым философом, истину так глубоко не понимаем. Поэтому Кали-Юга, почему мы не любим друг друга? Кали-Юга, Кали-Юга. Вот. Кришна хочет от нас просто, чтобы мы учились принимать друг друга такими, какими есть. А для этого требуется одна удивительная вещь. Я когда начал здесь петь Хари Кришна, я заметил, что вы поете качественно. Не в каждой ятре такое бывает. Это значит только одна вещь, что кто-то из старших с вами уделяет большое внимание воспеванию святого имени. Вот это и надо, понимаете, погружаться в святое имя, наполняться духовной силой преданной. И тогда мы будем естественным образом друг друга принимать, переваривать и показывать пример всем остальным, что такое вайшнавская община. И старшие первые должны это сделать. И когда это произойдет, тогда, естественно, между старшим и младшим будут хорошие отношения. Потому что если старшие показывают пример любви, ну как бы младший не сможет это увидеть. Если он не видит это, значит он не задержится в этом движении. Потому что в этом движении задержатся только те, кто стремятся к нектару, как пчелы к меду. Если человек видит любовь, он обязательно откликнется на это. Часто приходишь в какой-нибудь храм, и там такие бабки в платочках, там такие, стоять, молчать, надеть, сидеть, кланяться, вон отсюда. Вот, понимаете, это не любовь, что это за любовь такая? Любовь это когда как бы, ты приходишь куда-то, и там все тебя любят. Значит, люди поклоняются там Богу. В этом заключается главный признак. Вот ты приходишь в какой-нибудь театр, и все такие, да? Значит, там поклоняются Богу. Приходишь в другую ятру, все разные ятры бывают. Я езжу везде. Такие все. Значит, они свою поклоняются не Богу там преданные. Они поклоняются своей идее преданного служения. И преданный, знаете, когда Кришна доволен, Кришна когда доволен, то тогда вообще проблем никаких нет. Об этом сказала царица Кунти в своей беседе с Кришной, когда он собрался из Хастинапура ехать. Немша бишет тета трая теда ним гададхара твадпадай от китабхир свалакшана вилакшатай. О, Гададхара Кришна, наше царство сейчас отмечено следами твоих лотосных стоп. И потому все в нем прекрасно. Но когда ты покинешь нас, оно уже не будет таким. Когда преданные дружат друг с другом, любят друг друга, что тогда происходит в их жизни и в их ядре? Начинается процветание. Какой-нибудь приходит человек, смотрит здесь любовь, а он богатый. У него денег, знаете, как бы нормально. Счастья не хватает. И он приходит к преданному такой, смотрит любовь, счастье. Он так сердце у него открывается, и он думает, Господи, да возьмите сколько надо, нет проблем. Почему? Потому что так действует Лакшми, богиня процветания. Если преданные любят друг друга, то Лакшми сразу приходит в виде таких людей и одаривает эту ятру. Преданные перестают быть нищими, замученными. Ибо все козлы в материальном мире, никто не понимает нашу бхакти-йогу. Поэтому у нас денег нет. Все не так, преданные, все не так. Люди любовь принимают. Это мой опыт, я куда бы ни приехал, все заваливают, приходят, они все люди хотят любить.
Много людей хотят любви, очень много в этом мире. Если мы настроены на любовь, дарить всем счастье, всех терпеть, всех принимать, мы учимся погружаться в духовную жизнь, что является основой. Потому что есть духовные движения в Индии, которые основаны на любви. Они всех терпят, принимают, но молитву не совершают при этом. Это называется лицемерие, потому что у них нет этой самодостаточности, которую они хотят отдавать. Они просто делают такой вид, понимаете? А если ты действительно погружен в духовную жизнь, тебе не надо никакого вида делать. Ты просто действительно счастлив, и это счастье даришь всем остальным. Все. И Кришна, он чувствует это, отвечает взаимностью. Преданные, имейте в виду, что самое главное, надо понять, как это действует, как преданные настраиваются на Кришну. Шиванти, Гавхинти, Грифнати, Абижнаша, Смаранти, Нандати, Таити, Тамджана, Тайва, Пашинди, Ачерина, Таваха, Блаправаха, Парамам, Падамбуджам. У Кришна те, кто постоянно с неослабленным вниманием слушают рассказы о твоих играх, сами воспевают их или испытывают наслаждение, когда это делают другие, несомненно созерцают твои лотосные стопы, которые одни способны положить конец всем страданиям и даже самому материальному существованию. Поэтому, если у нас в сердце неудовлетворенность есть, значит, мы неправильно слушаем. А правильно слушать — это очень сложно, потому что слушать надо не свою судьбу. Мы свою судьбу всегда слушаем в сердце, поэтому страдаем. А слушать надо того, кто направил свою жизнь на Бога. Это означает, что мы должны научиться слушать чистых преданных. Мы должны на них так сосредоточить свое внимание, чтобы их вера, их способность слушать перешла в наше сердце. Это и есть основа духовной жизни преданных. Если у нас не будет, мы повторяем Шри Прабхупаде каждый день, привязанность к лотосным стопам твоим является верхом совершенства. Все наши желания будут исполнены благодаря привязанности к твоим лотосным стопам. И так далее. Преданная привязанность к лотосным стопам не значит, что это взять цепь, повесить на лотосную стопу и, как бы, и себе тоже ее застегнуть. Все, привязанность к лотосным стопам. Привязанность к лотосным стопам означает слушание. Слушать, как Шрила Прабхупада, как мой духовный учитель верит в Кришну. В этом смысл слушания. Мы должны перенять эту веру, чтобы наша память от себя отвлеклась и настроилась на Кришну. И тогда, говорится на санскрите, тогда в этом случае, преданные, произойдет одна удивительная вещь. Мы и так сильно будем страдать друг от друга. В Шримад-Бхагаватам говорится, что страдание становится как след от телячьего копытца. Очень маленький. Океан страданий превращается в очень маленький. Когда человек настроен на Бога, то все его трудности жизни для него кажутся не такими трудными. В этом заключается критерий веры. Преданная вера – это память, понимаете? Если память настроена на Кришну, то судьба побеждается. Если память настроена на судьбу, то человек разрушается. Понимаете, поэтому надо привязаться сильно к чистому преданному в своем сердце. А именно научиться понимать, как он верит в Кришну. То есть слушать его сильно веру, учиться услышать его веру, потому что вера передается от одного человека к другому, как аромат цветка. Поэтому, если мы научились слышать его понимание вещей, его голос, его философию, его книги, то мы отвлечемся от своей судьбы, перестанем слушать ее, потому что память реагирует только на любовь. Любовь к себе у нас очень глубоко сидит в сердце преданной, очень глубоко. И оторваться от этого практически невозможно. Поэтому называется рабство материального существования. Но если мы полюбили того, кто достоин любви, а это Шрила Прабхупада, он достоин любви и преданной. Он такой чистый, такой возвышенный. Если мы полюбили его, то тогда память наша переходит на него.
А это значит материальным страданием конец. Вот в этом заключается суть всего преданного служения, а не в том, чтобы доказывать, какой философской дорогой мы идем, товарищи. Можно на это всю жизнь потратить, и все равно у каждого будут свои представления. Какие вопросы ко мне у вас преданы? Бродячему, заезжему гастролёру. Да? Далит Хампову, спасибо за лекцию, то, что приезжаете. Вот вопрос по сотрудничеству с преданными. Как, есть ли какие-то коммерческие с преданными дела, ну, то есть рабочие какие-то моменты, как правильно, ну, в каком сознании вообще нужно находиться, как, то есть работа есть работа или... Супер вопрос. Да, как правильно с преданными это все делать? Преданные, понимаете, наше движение имеет одну сложность серьезную. В ней нет социальной жизни. Что это значит? Это значит, что наши дети не учатся в школе вайшнавской, не ходят в вайшнавский садик. Ну, я не говорю о Екатеринбурге, здесь это более-менее уже пошло развиваться. У нас нет денег на поклонение. Это все идет, понимаете, допустим, в Индии это все идет просто из того, что люди принимают ведическую культуру и толпами жертвуют в храм. Там это не актуально. Эта модель индийская здесь не работает. Понимаете, мы сами должны заработать на свое поклонение. Вот преданные, я сейчас вам, как бы, это все просто слова, я вам сейчас кое-что покажу. Потому что думаю, что это вас вдохновит лучше, чем мои слова. Вот это вот наша панчататва, наше общение. Выльск. Да, Выльск. Верно, это для того, чтобы нам так поклоняться божествам, как вы понимаете, не глупые люди. Требуется много средств. Эти средства все идут из того, что преданные вместе работают. И вся прибыль идет не в карман самому возвышенному вайшнаву, как это обычно бывает, пандиту на букву Б. А идет на поклонение преданным. А остальные все получают зарплаты, кто-то больше, кто-то меньше, в зависимости от вложений. И все счастливы в общении, потому что есть преданные дети, учатся в школе, садик там есть и все остальное. То есть есть вот эта социальная жизнь. Она все идет из правильного понимания, что такое, как должна существовать община вайшнавская. Преданные должны очень глубоко изучить, как можно вместе работать. Самое главное в этом – это две вещи. Первое – должен быть брахман, который вдохновляет не на чистое преданное служение. Типа, оставь все и предайся Кришне. Но пожертвование не забудь мне сделать. Вот. А брахман, который вдохновляет преданных, трудиться вместе. И говорит, что ваша любовь к Кришне вот этим вот как бы будет показано. И он вдохновляет также старших кшатриев организовать правильно это поклонение, это служение. То есть здесь не на тебя, дядя Вася, работают все, а работают на Кришну. Понимаете, когда вот эти главные принципы установлены, тогда дальше нужно понять, в чем разница между вайшнавскими отношениями в храме и вайшнавскими отношениями на производстве. Разница заключается в том, что на производстве включаются в силу деловые отношения. Ну, я сейчас утрирую. Представьте себе, допустим, вайшнавы сражаются в армии, да, где-то там на войне, да. И, допустим, ну, начальник говорит: в бой, в атаку. И как бы вайшнавы остальные ему говорят:
мягче скажите, у нас вайшнавские отношения. Да, мы вот так вот пойдем. Он говорит, мы сейчас нас порубят всех, вы что, как бы, надо быстрее сражаться. Надо. Неважно, порубят или нет, мы вечные души. Часто у вайшнавы даже, как бы, у них нет мотива, они приходят на работу, говорят, выгоните меня или нет, на все воля Бога. А работать я буду столько, сколько могу. А вы мне должны давать столько денег, сколько мне хватит и на жизнь, и на паломничество в святые места. И вообще, как бы, вы должны меня отпускать постоянно на все вьесапуджи. Потому что я иначе духовную жизнь потеряю. А вы, как старший, отвечаете за мою духовную жизнь. Понимаете? И таких вайшнавов у нас тоже вообще не было много. Видите, слово «было» здесь имеет ключевое значение. Потому что, когда началась правильная проповедь, и когда мы установили правильное отношение, то все преданные поняли, сколько благ они могут получить от своей деятельности и сколько они должны отдавать. Когда это все состыковалось и начались уже деловые отношения, что если человек не справляется своими обязанностями по каким-то причинам, то, скорее всего, ему придется оставить эту деятельность. То есть у нас вообще не только те, кто с нами трудится, преданные есть, а те, которые трудятся еще и на себя, потому что по каким-то причинам они не смогли с преданными сотрудничать. Чаще всего это низкие стандарты их собственной духовной жизни. Преданные, поймите, мы можем приходить в храм, делать очень возвышенный вид, вместе все воспевать святые имена, но когда дело касается того, чтобы что-то отдать Кришне свое, дорогое, тут, извините, мы уже не можем. То есть для того, чтобы работать в преданном месте, нужно повысить стандарты, потому что преданные могут вместе работать, если они могут отдавать свой труд Кришне, и при этом оставаться удовлетворенным. Заметьте, что это тяжелее, чем просто вместе повторять Харе Кришна. Я это вам точно говорю, у нас уже есть 10 лет опыта в нашей общине. У нас сейчас больше 100 человек преданных работают вместе на разных проектах. Поэтому все непросто, как вам кажется. Потому что главный мотив чаще всего людей прихода в наше движение – это желание освободиться от каких-то долговых обязательств. Человек хочет свободной жизни чаще всего. А это ничего общего с бхакти-йогой не имеет преданной. Бхакти-йога означает, что ты можешь трудиться для Кришны. Так жил Арджуна, так жил Бхишма. Понимаете? Так все они жили. Они всю жизнь отдали труду Кришне. Они не ходили, типа, пожертвуйте бедному коту Базилио на пропитание. Вот. Потому что кот Базилио отдал свою жизнь Кришне. Понимаете, надо научиться служить Богу, трудясь для Него. И это не значит, что труд только на производстве бывает. Вот у нас преданные очень сильно трудятся, поклоняясь алтарю. И они также получают вознаграждение, не то, что они в нищете там живут. Они получают вознаграждение от общины за это. И мы им строим жилье там и все прочее. Они у нас в приоритете. Вот, например, обычным преданным мы не строим жилье, а те, кто худжарит, вы можете спросить у одной семьи, которая приехала отсюда, об этом. И они вам расскажут, как они у нас там живут. Мне кажется, им нравится. Вот поэтому преданным, у меня есть свое представление о модели, как должна существовать вайшнавская община. Я это представление воплощаю в жизнь. Хотя многие преданные считают, что это не актуально, что варнашрама — это все забытое прошлое. Мы должны просто предаться Кришне, тут гнить в этом мире, как бы работать на дядю Васю, гнить и ходить в храм просто, пока есть возможность. Когда не будет возможности, то спокойно голодной смертью помереть вайшнавской. И немножко другие представления, и если вы хотите двигаться в этом направлении, то правило первое такое. Один из старших преданных должен проповедовать, что преданные должны работать вместе по определенным правилам, когда прибыль идет к Кришне. И какой-то кшатри должен вдохновиться на эту проповедь и создать такой коллектив. А потом дальше все будет просто, потому что чем больше преданных будут так действовать, тем больше будет денег, которые идут и на развитие, это как снежный ком. Потому что преданные на самом деле это благочестивые люди. И работать они на самом деле могут очень хорошо.
если они поймут, зачем это надо. И тогда все просто вот и домов себе понастроите здесь, и храм красивый, большой, все, что хотите. Просто поймите, что средства преданные должны получать из своей собственной деятельности, в той культуре, в которой мы живем. У нас нет возможности получать большие средства от дяди Васи. Даже если это произойдет один раз, допустим, вы построив серьезный храм и имея серьезные потребности для поклонения, у вас, допустим, 10 пуджари будут там жить. Сегодня дядя Вася дал деньги, а завтра не дал. И что тогда? Все поклонение улетело в трубу. Поэтому нужен стабильный источник денег. Другого выхода нет. Да? Да, я думаю, спасибо большое. Такой ответ на этот вопрос. Я, продолжение этого вопроса. Хотелось бы тоже такие размышления, осмысления, что должны ли преданные платить налоги? Первый момент, имея свой бизнес. Второй момент, должны ли они официально оформлять преданные не работников? Должны платить налоги. О, интересно. Да, потому что преданные должны только Кришне. Все остальные люди должны понять такую простую истину, что преданные, когда проходят по дорогам, которые строятся на деньги государства, это милость. Они освещают эти дороги. Когда преданные летят на самолетах, которые бюджетные проекты, которые государство обеспечивает за счет налогов, то это милость всему самолету и всему всей компании на самом деле. И когда люди осознают эту истину, тогда они поймут, что преданные не должны платить народ. Но потому почему-то они демоны. Не осознают эту истину. И поэтому они по-демонически разрушают у преданных их предприятия, которые на самом деле правильно не платят налоги. Правильно. Все принадлежит Кришне, а мы ему как бы для него живем. Ну чуть-чуть для себя, правда. В основном для него. Так преданные. Сначала предприятия преданных разрушаются, потому что они платят налоги. А потом эти люди еще говорят, это кришнаиты так живут и работают. Так зачем они нам такие люди, которые не хотят вообще никому ничего давать, нужны в стране? И поэтому они начинают подумывать, а может быть это движение сделать просто сектой и отправить в трубу это движение, посчитав его экстремистским? А если глубже копнуть эту тему, то причина ее – это имперсонализм. Что Арджуна не платил налоги там или еще кто-то из вайшнавов. Мы асоциальны по природе. Мы не хотим уважать никаких старших, кроме вайшнавов. Мы всех считаем демонами. Религиозные традиции, которые вокруг нас, мы считаем низкими и недостойными нашего возвышенного взгляда. Знаете, преданные, я просто вот взял и начал вот честно это изучать. У меня есть один знакомый, монах православный. Я начал спрашивать его, а правда-то в чем заключается? И правда заключается в том, что Сергий Радонежский установил сухой закон по всему монашеству, понимаете, в свое время. И это значит, что первый принцип христиане хотят соблюдать. Другая правда заключается в том, что они знают о греховном влиянии мяса, допустим. И знают это только самые возвышенные из них, то есть те, которые живут в монастырях. И они ограничивают себя в плотской пище. Второй принцип. Третий принцип. Они, это конкретно мне сказал этот человек, у них точно такое же правило. Самый высокий стандарт семейной жизни – это зачатие только для рождения детей. То есть секс только для рождения детей. Еще один принцип. И то же самое о азартных играх. Все эти принципы есть. И даже есть видео у меня, которые подтверждают, видео священников православных, которые подтверждают все эти вещи, которые я сказал. Потом он объяснил, что такое причастие. Что, оказывается, никакого спирта там нет. Эта жидкость многократно разбавляется. А потом он меня провел по пещерам, это в Киеве было, где православные святые отдали свои жизни Богу. Я был потрясен их духовному подвигу. Преданные, если мы будем жить хотя бы на каплю, так же, как они,
то у нас не будет проблем. Мы слишком возгордились собой, понимаете? И так, да, у нас самая возвышенная философия, да, у нас самое возвышенное представление о Боге, но мы слишком гордимся собой в этом мире. И эта гордость проистекает не из-за того, что мы очень глубоко религиозные люди, а из атеизма. Мы на самом деле имперсоналисты. Мы пришли в это движение, чтобы оторваться здесь, ни на кого не работать, никакие налоги не платить, пренебрегать этим обществом, в котором мы живем. И это наше отношение ко всему породило то, что государство и правительство сейчас опасается нас. Но если мы по-другому настроимся, то все будет по-другому. Это точно. И у меня есть уже примеры сотрудничества преданных с главами администрации в разных городах. Много примеров на эту тему. А также межрелигиозного диалога. Да? Спасибо большое за вашу лекцию, Дарья Цампра. Хотел вас узнать, а вот с точки зрения культурного, как говорится, подарка, с точки зрения вайшнавской культуры, какой могут сделать преданные? То есть какой образ лучше всего возродить в культуре? Мы уже это сделали. Знаете, у нас уже есть этот подарок обществу. Этот подарок, та философия, которую Шрила Прабхупада дал. Понимаете, вы все являетесь подарком этому обществу. Вайшнавы – олицетворение доброты, счастья духовного, правильной духовной культуры. Понимаете, это олицетворение пошло в массы колоссальной силой, понимаете? Вот откуда сейчас, вот, допустим, куча американцев сейчас, они просто бредят вегетарианским образом жизни. Откуда это пошло? До Шрилы Прабхупады в Америке вегетарианства не было. Понимаете, закон перевоплощения – это тоже наша заслуга. Никто не знал об этом законе до того, как преданные принесли его в мир. Понимаете, это все результат нашей проповеди. То есть наши глубокие какие-то вещи общество пока не осознает. Они не понимают, что такое прекрасный образ Господа еще пока. Там мне скинули ссылку на одну передачу. Там, короче, эти ведущие, они спорили. Кришна зеленого цвета или желтого. У них два варианта все было. Синий исключен вообще. Это преданное спорить. Не, не преданное, просто люди. Так было смешно на это смотреть. Они не говорили не Кришна, а Кришна. Крищена. Ну, что-то такое, понимаете? То есть люди вообще как бы не алё. Вот если как бы у Иисуса Христа как бы спросить, какой у него цвет кожи, вариантов нет, все знают. А с Кришной как проблемы. Почему? Потому что с Кришиной, да. Вот. Потому что люди пока не знают наши культуры, они не знают, кому мы поклоняемся. Это все просто туманит всех, понимаете? Это то, что нам предстоит сделать. Но то, что преданные уже внесли вот этот вот глубокий, такой нравственный, чистый образ правильной жизни в общество людей, это уже есть. И это заслуга. Колоссальная заслуга Шрилы Прабхупады. Колоссальная заслуга. Перед этим миром. Понимаете? Поэтому как бы нам есть уже к чему обрадоваться и к чем гордиться в отношении вайшнавизма. Хотя по численности можно сказать, это, ну, по крайней мере, в нашей стране это небольшое движение. Но преданные, не надо так думать, что у нас малочисленное движение. Это неправильное мышление. Потому что по статистике уже есть 100 миллионов последователей ИСКОН. Только в одной Индии. Только в одном Дели больше 100 тысяч вайшнавов. Только в одном Дели. Там уже 3-4 больших храма, таких как вот Слава Индии, вот этот большой храм. И еще строится столько же больших именно храмов. А сколько там маленьких храмов, просто немерено. Понимаете? То есть, как бы в Индии ИСКОН развивается колоссальными темпами просто. Мы просто об этом ничего не знаем здесь. Но факт остается фактом. У нас немалочисленное движение. 100 миллионов последователей – это нормальная цифра, чтобы о себе заявлять. Ну, например, в православии 150 или 160 миллионов последователей. Примерно так. А? Кому? Православие.
Мы относимся к вайшнавам. У нас Гаудия, я говорю не просто о вайшнавах, а Гаудия вайшнавах. Гаудия вайшнавов сейчас в мире порядка 100 миллионов. Это мне в Индии сказали цифру. Но мы к ним тоже чуть-чуть прибавляем количество. Но как бы это большая цифра преданная. Я вам говорю для сравнения, вот православ, не просто христианство, а православие, там примерно 160 или 170, я точно не помню, примерно такая цифра. Ну то есть не сильно меньше, понимаете? У нас не малочисленное движение. Мы не то, что там маленькая секта. Да? Хари Кришна. Такой вопрос. Бывает, что ну, в жизни, либо в работе, либо в бизнесе нужно как-то собраться и ну, там, приложить усилия, да, чтобы к чему-то прийти, там какие-то цели есть, и как-то себя замотивировать, руки взять. Ну, что-то достается, но не так легко, с трудом. Вот. Я на одной из лекций слушал то, что, например, если что-то приходит тебе через труд, значит это, ну, как бы просто по карме тебе не положено это получить. То есть, когда, да, например... не надо, если вот ты что-то да. делаешь, чуть-чуть труд. Да-да-да, все, по карме не положено. Не мое. Жена, допустим, на тебя чуть накричала. О, не мое. Дети, допустим, дети там. Не мое. По карме, видимо, значит, не положено. По карме не положено. Идет эта грань. И просад тоже, если ты садишься и тебе тарелку не положили, значит по карме не положено. Тарелку не положено по карме. Или это не так, с просадом исключение, да? В чем дело? Почему мне в тарелку просада не положено? Мне же положено. Жена не положена, дети не положены, работа не положена, а просад положено. Шастрах же такое написано, что приходит без особых усилий, значит это приходит по милости Кришны. А все остальное получается не положено. Да, Арджуна он так стрелял. Да. Надо преданно, знаете, очень важно нам сотрудничать с Голливудом, чтобы написать еще раз Махабхарату. То есть наше новое представление вайшнавское о том, как Арджуна. В Голливуде смогут это показать хорошо, потому что у них есть много таких. Хари Кришна. Все лежат. Без напряжения вообще. И они когда там зажгли этот дом, ну, из шелака, они такие, джая пропаты такие, вырвались из этого плана. Вообще без усилий. Чрезмерные усилия, которые... Да, и Дарупаде тоже она такая, руки отпустила. Хари Кришна. Там этот крутит, это душа с ним усилий, он же корми. Пахался там, красавчик. Ну и Дурьядхарма тоже, когда Кришна ехал туда, в этот... Хастинапур, он там всю дорогу как бы устлал там подарками всякими. Ну корми, пусть упахивается. Ну то есть надо. Всегда хочется воспринимать все так, как нравится сердцу. Так как мы как бы стремимся к освобождению в основном. Не к Кришне, да? Поэтому нравится нам расслабуха. А чрезмерные усилия бхакти разрушают? Конечно. Это же нектар наставления. Так? Есть такое понятие вдохновения. Да? Вдохновение идет от Кришны, потому что он параматма, сверхдуша. Если преданный вдохновлен на что-то, он преодолевает все препятствия. Шрила Прабхупада, например, он легко на Джаладути доехал до Америки. Без всяких сердечных... А вообще сердечные приступы он тоже так спокойно переносил. Без усилий.
И он не чувствовал перенапряжения никого. Он подумал, что сердечный приступ. И стихи он просто вот эти написал, что «Кришна, пожалуйста, помоги мне все-таки выполнить твою миссию. Я сам не способен, у меня два приступа, я старый человек. Я не смогу это все выполнить сам. Только по твоей милости». Он это написал. Знаете, почему преданный? Просто так. Для проформы, потому что все бенгальцы так пишут. Такие, Нарутам Дастакус, ну там все время как бы плакал. Ну и Шилпупад тоже решил так же. Преданные. Есть вдохновение, понимаете? Вдохновение или миссия человека исходит от самого Господа. Когда есть вдохновение, человек преодолевает все препятствия. И когда человек видит, что его усилие куда-то идет, а вдохновение это не вызывает, значит, туда не надо. Если вдохновение уже есть, человек может преодолеть все препятствия. И это особые усилия он совершает, преданные. Особые усилия, чтобы этого достичь. Потому что этого хочет Кришна. Он может свою жизнь даже отдать. Напряжение преданный. Так действовал Бхактисиддханта Сарасвати, когда он распространял движение по всему миру. Огромные усилия, потому что не было вайшнавов во всем мире, в этом, во всей Индии. Не было. Он преодолевал все философские трудности, дебаты там, сражался за то, чтобы вайшнавы строили гаудимадхи везде, понимаете? Огромные усилия. Он подвергался смертельной опасности, его несколько раз хотели убить даже. Но так как у него была миссия в сердце, он знал, что он для Кришны это делает. Поэтому он не чувствовал, что он не туда идет. Но если человек усилия прилагает, и в сердце камень, как бы, и чувствует, что ему это 100 лет не надо, а он туда лезет, то тогда надо подумать, стоит это делать или нет. Но есть одно но. Если это касается твоей дхармы, ты, допустим, взял предприятие, люди у тебя работают, и ты типа, да не буду я особых усилий совершать, и они остаются без зарплат, семьи там голодные, то это неправильно. Взял ответственность, неси, или насчет жены тоже я не буду усилий прилагать. Взял ответственность, неси, даже если это тебя не вдохновляет. Но если говорить о новом каком-то деле, ты идешь в новом направлении, чувствуешь? Тебе это не надо. И чрезмерные усилия надо совершить. Значит, у Кришны нет этого плана. Особенно это хорошо проявляется, если ты сильно помолился. Потому что иногда вдохновения нет, просто потому что ты в тамасе. Разобрались, преданные? И учтите еще одну вещь. У нас есть очень сильная анарха. Желание наслаждаться жизнью за чужой счет. У нас это сильно есть. Она влияет на все наше мышление. Очень сильно. Будьте осторожны. Этой анархии у Арджуны не было в сердце. У Шрилы Прабхупады не было, у Бхактисиддханты Сарасвати не было. Они жили очень тяжелым трудом духовным. И материальным в том числе. Почему Шрила Прабхупада бросил свою фармацевтическую компанию? Ну потому что в сердце у него уже было знание, что он должен пойти, отречься и посвятить свою жизнь проповеди. Понимаете, не то, что типа чрезмерно усилие, да пошла нафиг эта фармацевтическая компания, он уже 20 лет ей в жизни отдал. И правильное мышление. Будьте счастливы. Ваш вопрос? Вы поднимали руку? Да-да. Ну вот сзади, белый. И вы уже не поднимаете. Вы, по-моему, вы вот поднимали руку, нет? Я, значит, это иллюзия просто. Да, я Матадж не спрашивал совсем, простите. Ваш вопрос? Если вот мы достигли такого состояния, да, в своем отношении, ну, как Шантараса, да, нас все удовлетворяет, преданные отношения. Шантараса означает, я служу Господу, наполняюсь Господом и служу только преданным. И от них могу желать только благодарности. Вот когда благодарность пришла от преданных, тогда гармония наступила. Ваш вопрос. Дальше. Как развивать взаимоотношения? Если мы уже служим друг другу и удовлетворены. Все этого достаточно. Любовь — это большая редкость. Если мы любим друг друга, удовлетворены. Любовь — это означает, благодарность пришла, идет обмен. Все. Это уже все хорошо. Дальше мы не должны от преданных чего-то ждать.
Мы просто продаем. А? Понимаете, делиться и поверять мысли о сокровенном – это другое. Это аскеза преданных. Понимаете, это аскеза. У чистых преданных это не аскеза. Понимаете, чем чище душа, тем больше уже от шантарасы отношения уходят. На стадии рагануги уже не шантарасы. Понимаете, преданные искренне хотят любить друг друга, служить. Но у нас не хватает на это чистоты. У нас нет рагануги. Мы не спонтанно, то есть не океан энергии от Кришны идет к нам, и мы готовы переварить каждую дживу, понимаете? У нас нет такого состояния, мы страдаем друг от друга. И поэтому дарить подарки, поверять сокровенным, спрашивать о сокровенном, слушать друг друга – это аскеза преданная для нас. Аскеза, которая потом рождает благодарность, и это и есть любовь. То есть благодарность у нас не спонтанная любовь. У нас мы служим, потом приходит благодарность. Вот такая у нас любовь, не спонтанная любовь. Это все время аскеза, быть в обществе преданным. Это аскез, но это аскез гораздо лучше, чем заниматься чем-то другим, потому что она удовлетворяет Кришну. И Кришна, когда он счастлив в нашем сердце, мы чувствуем, что мы не зря живем свою жизнь. А вы о чем меня спросили? Вот глубокая ваша цель, ваш вопрос, в чем? Вы что хотели от меня услышать? Потому что я чувствую, что есть какая-то глубокая цель у вас, вопрос. Скажите мне, чего вы хотели услышать? Ну, что-то сделать для преданных, как бы, чтобы больше любви было. То есть они должны больше вас любить? Нет. А как? Ну, я что-то должна есть. Ну, друзья, и они так чувствуют. Ваше откровение сейчас не нуждается в моих комментариях. Все, что вы сказали, это истина. Если вы хотите что-то сделать преданно, кто может это обсуждать? Дальше вопрос. Вот вы сказали, что в духовном мире есть глубокое уважение к ней друг друга, но мы знаем, что вот вы упомянули кланы Гопи, и что Шимати Радарани, мы знаем, что она не может переносить Чандравали, да? То есть... Это неправильное мышление. Она ее очень любит. Не то, что не переносит, но это внешне так может выглядеть, это для удовлетворения Кришны. Это просто ее мышление неприемлемо для Радхарани, но это не значит, что она не может ее переносить. Она ее очень сильно любит. Больше того, преданные, мы должны очень глубоко изучать философию именно жизни Гопи и Кришны во Вриндаване. Например, крайний как бы, аспект этой философии заключается в том, кто такие вообще эти Джатила и Кутила, понимаете? Даже сами имена означают там что-то распутница, там еще что-то, понимаете? Откуда это все? Откуда это во Вриндаване, в духовном мире, понимаете, в духовной реальности, откуда такие люди взялись? Так вот, знаете, я слышал серьезно Мадхавананда Прабху, серьезно нам целую лекцию прочитал на эту тему, и оказалось, что это чистые преданные Бога, которые играют такую лилу. И Радхарани это понимает, и Кришна это понимает. Поэтому у них не злобное отношение к этим душам. Они просто играют свою роль. Мы не должны думать, что это так, что эти там джатилы, кутилы, это типа грешники, которые просто там абхимани, там, это прямо отстой, да? Что это дем, это преданные, которые играют такую роль. Конечно, их служение не такое, как служение Гопи, и не такое, как служение Шримати Радхарани, но мы нам до них, как до Москвы пешком, понимаете? То есть очень высокое служение. И это служение уважаемо во Вриндаване. Они играют такую роль, преданные, это не мои слова, это сказал очень серьезный знаток Священного Писания. Основываясь на Священном Писании, преданные такие выводы сделали. Точно так же отношения между Гопи, разными вот этими кланами. Понимаете, в чем разница между материальным и духовным миром? Мы, допустим, у нас, мы не такие же, как, допустим, другие какие-то религиозные традиции, мы не такие же, как они. И в материальном мире это значит, что они плохие и враги. А в духовном мире мы не такие же, как они. И в духовном реальности это означает, что мы их сильно уважаем.
Но так как они поклонятся Богу, мы не будем. Но то, что они делают, это замечательно. Понимаете, чувствуете разницу между завистью и каким-то видом духовного, так сказать, соперничества в служении. Это разные принципиальные энергии, понимаете, преданные, разные принципиальные. Поэтому, когда санкиртаном мы занимаемся, и мы как бы радуемся за то, что преданные занимают более высокие места, чем мы, идет соревнование. Я хочу быть первым, но я обрадовался за преданных, за то, что они больше книг распространены. Это духовное соревнование. А если я палки в колеса им ставлю, это не, вообще не духовная энергия, это вайшнава аппаратха. Чувствуете грань? Разница колоссальна. Изучать, надо изучать эти вещи, это очень важно. Да? Хари Кришна, у меня вот такой вопрос. А вот если в бизнесе, да, там много очень маркетинговых приемов, которые побуждают людей быстрее решения принимать. Да? Вот. Да. И нормально ли их использовать, потому что хочется как бы. Ну, это получается, ты как бы создаешь у людей чувство дефицита какого-то, да, они неосознанное решение принимают, как бы, возможно, даже им это не нужно. Вот. А можно, например, другим путем, что когда ты как бы, ну, какой-то чистотой берешь, каким-то, ну, какой-то, каким-то типа бескорыстием, и они еще больше привлекаются, но кажется, что это какой-то более, ну, долгий путь, что ли, да, ну, вот. Но, как бы вот эти два варианта, они... Противоположны. Они как бы противоположны, да, и как бы в первом случае ты как бы хочешь просто больше денег заработать, а во втором ты хочешь как бы вроде отдавать людям, и... И при этом понимаешь, что вроде это должно работать, и это тебе и потом... Грань заключается как в существовании в самом предприятии. Вот если, допустим, ваше предприятие не может существовать без маркетинговых ходов, вам придется их делать. Но когда ваше предприятие имеет силу материальную, и вы чувствуете, что что-то для души теперь хочется там сделать, с этого момента начинается второе. То есть вы начинаете людям... те товары давать, которые им имеют ценность для них, и ищите такие товары, они не будут широко востребованы. Вы эти товары продаете от сердца, от души. Сколько продадите, столько продадите. И это ваше будет служение Богу. С точки зрения служения людям уже. Понимаете, есть грань между выживанием и... Вот, допустим, приведу пример. Ко мне подошел один бизнесмен и говорит: «Олег Геннадьевич, я послушал ваши лекции и не хочу продавать спиртное». В своей сети магазин, целая сеть магазинов. Не хочу продавать спиртное. Но если я сейчас уберу спиртное, вся сеть будет разрушена, сотни людей потеряют работу, и я стану банкротом просто. Потому что без спиртного невозможно эти магазины содержать. Как вы думаете, какое решение? Решение такое. Надо находить вот эти вот способы, чтобы люди чистую пищу изучать, что такое чистое питание, больше делать этих товаров, востребованных, делать целую образовательную сеть людей, чтобы люди образовывались, как правильно питаться. Есть безалкогольные сейчас вина разные, вплоть до того, что изобрели там где-то в этом там, в Германии, они берут, в Германии берут вино и испаряют из него весь спирт. Или почти весь спирт. И за вкус вина, но опьянения нет. Ну, даже такое сейчас вытворяют. Понимаете, я о чем сейчас вам говорю? О том, что выход такой, что не надо сразу убирать спиртное. Правильно, это постепенно менять ситуацию и доводить ее до полного отказа от спиртного. Точно так же и здесь. То есть вам надо выживать, у вас есть какой-то обман в деятельности. Надо постепенно сначала крепко жить, а потом дальше переводить предприятие на более чистое, возвышенное русло, потому что мой опыт показывает, что благостная деятельность в Кали-Югу с нуля не возникнет. Это очень сложно. Вот, допустим, взять, открыть любую клинику, допустим, которая бы благостно лечила людей. Ну, это не будет рентабельно. Или, допустим, взять вегетарианское кафе тоже. У вас здесь есть вегетарианские кафе? Да, есть. Вы видите, как трудно его развивать. Это практически капец. Ну, то есть за 5 лет в Омске они смогли дойти только до прибыли.
5 лет они вливали в это вегетарианское кафе просто все деньги, которые были. И сейчас у них пошла прибыль. Это сколько надо было времени, чтобы люди поняли, что это надо есть. Поэтому все благостное в Кали-Югу развивается очень кисло. Понимаете? А все, вот допустим, взять фруктовые деревья. Даже просто энергетику. Фруктовые деревья вырастить очень сложно в Кали-Югу. А тамагунные деревья сами растут. И все заполоняет. Это сама энергетика Кали-Юги, понимаете, все невежественное распространяется само со страшной силой. Все благостное, чтобы и еще и прибыль была, это просто огромные усилия надо прилагать. И результат всегда намного слабее. Но зато для души хорошо. Поэтому стремитесь в этом направлении. Стремитесь. Не думайте, что сразу вы сможете это сделать. Но это надо делать со временем. А про налоги, их надо платить, я вот не понял. Это как бы шутка была. Преданные, поймите такую вещь, что в этом мире преданный живет сердцем, то есть сверхдушой. И сверхдуша вам всегда подскажет. То, что называется праведностью жизни в Кали-Юге, означает баланс. Что это за баланс? Вы точно знаете, однозначно надо платить налоги, однозначно преданные. Но сколько платить, сердце вам подскажет. Нет, я серьезно говорю, вы почувствуете ту грань, тот баланс, где вы будете работать спокойно, и вас никто не накажет. И одновременно вы не разоритесь. Эта грань есть. Потому что так как государство само чуть-чуть отбирает народ, но налоги все равно надо платить, понимаете? Поэтому есть грань определенная. И мы всегда в нашей деятельности находим эту грань. И сердце спокойное, нас никто не трогает. Почему? Потому что если ты честно все делаешь и чисто, это не означает, что без штанов должен остаться. Понимаете, есть грань определенная, которую надо найти. И все это знают. В этом мире нет ни одного предприятия, которое все налоги платит. Не только у нас в России, а также и в других странах. За каким-то редким исключением, когда деятельность связана с какими-то очень опасными процедурами, там это может быть там какие-нибудь валютные фонды, там, понимаете, там как бы все должно быть четко, иначе просто нельзя. Хирургическое отделение, там надо четко отчитываться по всему, там все четко, иначе тюрьма просто. Но в основном все работают так, они платят, сколько вот надо заплатить, они чувствуют это. Преданные вы можете чувствовать как угодно, но жизнь покажет. Если вы ошибетесь в своем ощущении, к вам придут маски-шоу. Знаете, что это маски-шоу? Это об этом. Они в масках приходят. Стоять! Руки к стене! Маски-шоу. Будьте осторожны. Ладно, преданные мне сказали, что мое наслаждение обществом преданным должно прекратиться уже. Чересчур уже. Спасибо вам, что вы пришли на беседу. Если я сказал что-то не так, превысил свои полномочия или оскорбил чьи-то чувства, что вы меня простите. Я вот как мог пытался вам помочь. Ну, все, что знал, вам сказал. Хорошо? А кто пришел первый раз у нас на лекцию? Я передам. Ну давайте я вам дам гирлянду Шрилы Прабхупады, наверное. Арибо! Нам надо ее потом дома положить, засушить. У нас такая традиция. Видите, вас все благословляют. Арибо! Спасибо. Ну а остальные матушки по цветочку. Кто поднимал там ручки. Дорогие преданные, вот наши друзья еще последователи. Олег Геннадьевич, хотели пару благодарственных. Олег Геннадьевич, первый раз. Она первый раз? Вот первый раз, первый раз. Олег Геннадьевич. Давайте, кто первый раз, там будет цветочек. Олег Геннадьевич. Кто первый раз? Ну, подходите. А если не первый? В этом году совершается 10 лет. С тех пор, как вы это из общества реликов дали свое согласие принять участие в нашей конференции.
и тоже также сказали, что параллельно проведете здесь лекции. Это было в 2009 году. До сих пор не сделал, да? Поэтому нет, вы приняли участие в нашей конференции и также провели в 2009 году те лекции, с которых теперь начался вот этот новый этап после долгого перерыва с 2009, то есть ровно 10 лет. Вас возрождается движение? Мы поэтому вас поздравляем очень рад. Это символическая картина, которая обозначает, что Настасья Микулишна – символ непобедимой мощи нашей великой Родины, мощная фигура женщины, мощный конь на фоне пылающей зари нового мира, куда Родина наша выходит как победительница. Спасибо вам большое. Хорошая картина, мне очень нравится. А это материал? У меня там штук 300-400, я могу продать. Я был, между прочим, я думал, есть такая долина Кулу, это рядом с Манали. Это не в сторону Ришикеша, а в другую сторону. Там есть усадьба Рериха. Я в своей жизни провел 4 месяца в общей сложности, живя там в этом месте, изучая, как там он жил, Рерих. И там, между прочим, есть храм Нрисимхадева. Там вайшнавская культура тоже существует. Там есть в этом месте на холме храм пяти пандавов, и там поклоняются шалограммы, Вишну поклоняются Вишну. Это все видел Рерих тоже, потому что эти храмы все очень древние. И у него даже есть немножко картинок на эту тему, то есть есть что-то, он это зарисовывает тоже. Ладно, спасибо большое. Рерих Кришна.